Сегодня очередная рыбалочка. Хочу посидеть, закинуть доночки на карпа, на карася. Иногда здесь тоже белый амур попадается. Сейчас все закину. Здесь у меня вот каша из пшенки, из перловки. Такая вот каша. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Так, сейчас надо удочку будет разложить. Погода теплая, но не жаркая. Плюс 22 градуса примерно. Немного ветер есть. Такой не сильный, слабенький. Посмотрим. Хочу попробовать поставить. Я вот недавно рыбачил, тоже хорошо карась клевал на перловку. Сейчас закину на перловочку, попробую. Вот такая вот пружинка у меня с грузиком. На нее кашу вот так вот леплю. И здесь же у меня два поводка, один пониже, один повыше, вот скользящий такой монтаж, грузило скользит. И прямо отсюда из каши беру перловку и насаживаю ее. Вот так вот. Вот такие перловечки маленькие. Вот несколько штучек прям. Прямо из каши отсюда беру. Я кашу, тушенку вместе с перловкой прям варю. Вот эти зернышки беру, вот так насаживаю. Сколько помещается там? 4-5 штучек. Сколько на крючок помещается? Крючок у меня такой и не слишком большой, и не слишком маленький, чтобы и для карпа, и для карася, чтобы подходил. Обычно номер 10 его. У большинства компаний этот номер крючка маркируют. Ну, некоторые компании там другие номера ставят. Вот один крючок в кашу залеплю, вот с перловочки, вот так вот. Один чуть повыше вот сюда. Карась хорошо клевал. Но я думаю, то, что если карп будет, он... Я еще на перловку ни разу карпа не ловил. Но я думаю, если то, что карп будет, он тоже на перловку возьмет. На карпа я тоже пару донок поставлю с горохом. У меня вот вареный горох есть с собой. Вот так вот. Вот так вот. Несколько перловочек. Так, сейчас рогатину возьму. И сразу же закину первую донку. На катушке фрикцион расслабил, чтобы если карп потянет, чтобы мог размотать. Колокольчик будет звенеть, если будет поклевочка. Так, ладно, ждем. Думаю, сейчас какой-то карасик будет клевать. А если повезет, еще и карп зайдет. Посмотрим, в общем. Ладно, сейчас пойду несколько других донок еще закину. Катушку расслабляю, вот чтобы если карп потянет. Обычная катушка, простая, дешевая. Вот так вот ее будет разматывать. Бейтранер хорошая вещь, но можно и без него рыбачить.
ни разу проблем не было у меня. В общем, доночки закинул, поставил несколько донок с перловкой, ну там на карася, несколько донок с горохом на карпа. Поклевочек пока нету. Ну, еще там прошло буквально минут 10 только еще. Поэтому этот рановато еще поклев, как говорит, рыба не подошла еще на запах прикормки. Может, подойдет чуть попозже. Погодка классная, ни холодно, ни жарко. Такой легкий ветерок дует. Сейчас хочу пообедать. Присоединяйтесь. Всем приятного аппетита. Вот такой мой обед сегодня будет. Взял с собой куриный рулет. На этот раз острый, с перцем чили. Мне нравится остренький такой он. Сейчас его на хлеб нарежу. Сделал бутерброды такие вот. Такой вот рулет куриный. У моего знакомого коптильня есть. Вот он мне такой вот рулет подгоняет. Такие помидорки тоже купил. Домашние. Сказали то, что домашние. Надеюсь, не обманули меня. Сейчас попробуем. Проверим. Вот такой вот пир на весь мир будет сегодня. Вот такой вот обед. Всем еще раз приятного аппетита. Надо пообедать, пока рыбка не начала обедать, потому что потом времени не будет, если будет клевать. Супер. Бомба. Класс. В общем, просидел где-то около часа. Поклевок нету. Здесь вот пару раз что-то дернулось вот на этой донке. Не знаю, надо вытащить, проверить, наверное, посмотреть. Думаю, вообще поехать сменить место. Потому что в течение часа ни тычка вообще не было. Очень странно. Может, в этом месте рыбы нету. А может, ее, ну, вообще сегодня погода такая не клюет. В общем, ладно, сейчас подумаю, что сделаю. Если что, имейте в виду то, что место я сменил, короче. Место ловли. Попробую или поглубже, или там поменьше поехать. Посмотрим. Сейчас вот эту донку посмотрю тоже вот еще. Что-то пару раз позвонила вроде она. Здесь я перловку ставил. Короче, начал эту донку вытаскивать, а здесь задев какой-то куда-то зацепилась. И поклевка была, и зацеп он гнется. Сейчас вот так по сторонам похожу. Может, выйдет и зацеп. Что-то я, насколько помню, в этом месте ни разу ничего не цеплялось. Что-то такое может быть. Сейчас вывел из зацепа. Сейчас посмотрим, может, даже рыба там сидит. Пока непонятно. Ага, рыба есть там. Сарушка. Вот кто звонил. Сарушка попалась. Такая вот история с перловкой. Поменял место, поставил донки. Сам вот здесь вот буду сидеть рыбачить на поплавочную удочку. Закинул. Уже поймал пару сорожек. А вон там, вон, с той стороны, вон донки поставил. Вон там. Пару донок поставил на перловку, пару донок на горох. Посмотрим. Может, будут какие-то поклевки. Хотя здесь рыбаки рядом сидели, сказали, то, что клёва нету, не клюет рыба. Ну ладно, в общем, если что-то будет интересно. Сейчас вечерний клев начнется. Время где-то 4 часа дня. Через часик, через два уже начнет. Ну так, солнце пониже. Начнет садиться, и может быть клев какой-то будет. Посмотрим, в общем. Здесь что-то сидит. Уже давно звонит. Я думал, это воробьи какие-то дергают.
Сейчас вот перестал звонить. Что-то дергало. Это какая-то мелочь, скорее всего, потому что леска натянутая остается. Думаю, то, что мелочь дергала. А может, какая-то рыба вообще леску не клевала, а она леску просто задевала, может. Вон, что-то есть, вон. Что-то сидит там, сорожка, наверное, скорее всего, думаю. Надо вытащить. Сорожка там, ну. Скорее всего, сорожка. А может, и не сорожка. Вон там еще одна поклевка. Там тоже одна поклевка еще. Так, здесь кто-то зацепился куда-то. Кто-то есть, он в сторону идет. Сорожка крупная, такая вот. На горох попалась. Такая вот. Так. Сейчас. Там еще одна поклевка есть. Леску положил. Здесь тоже что-то сидит. Он дергает. Он натягивает леску. Вон как леска натягивается. Я вот так в камне воткнул удочку. Он шевелит. Сейчас на пластик уберем, вытащим, посмотрим, кто там. Тоже сорожка, наверное. Здесь грузило тяжелое стоит, может даже карась попался. Посмотрим сейчас. Здесь не сорвалась рыба, если. Что-то дергается. Карась. Карась попался такой вот. Вот такой вот красавчик. Такой вот. Еще засекся так плохо вообще. Да, карасик поклевывает. Здорово. Здорово. Сейчас этого карасика забросим в этот садок пока. Что-то кровище столько, кровит. Может, атмосферное давление какую-то роль играет. Очень сильно кровит рыба. Еще одну донку вдалеке поставил от себя. Что-то слышал какой-то колокольчик. Не думал то, что поклевка здесь. А здесь, оказывается, вон поклевка, вон. Леску натягивает, рыба какая-то. Вон. Рыба здесь сидит. Вон леска опустилась. Но сейчас вон натягивает ее. Там рыба какая-то есть точно. Сейчас посмотрим. Что там попалось-то? Интересно. Подсекать не надо, рыба сама засекается. Ну, что-то не крупное такое. Карась такой вот. Так как бы не сорвался, он вроде хорошо держится. Оп, и сорвался на берегу уже, упал. На берегу упал такой карасик. Куба порвалась он. И сорвался. Почему не надо подсекать? Потому что горох стоит вот так вот. Торчит у него жало. Там мне просто этот писал один зритель, то, что у тебя холостых много, потому что ты не подсекаешь. Это самозасекающая снасть. Если здесь подсекать, то рыба сорвется, и все, губа порвется. Так, сейчас перезакину эту снасть. Пока вот поклевки на горох, потому что я поставил еще на перловку. На перловке не было поклевок. Сейчас поклевки на горох только. Так, этот горох держится, не держится, надо поменять его. Вдруг еще с
сбил его карась, может, немного. Какая-то крупная здесь рыба ходит, возле берега играется, но не могу понять, то ли это карп, то ли амур, то ли толстолоб. Непонятно, в общем. Ну, рано или поздно попадется что-то. Здесь вот далеко не бросаю, потому что глубина большая. Вот так, недалеко от берега. Даже это я далеко сейчас закинул. Можно поближе было. Здесь вот камни везде, куда вот воткнуть удилище, чтобы в земле оно было. Вот так вот. Так, сигнализатор, колокольчик. Самый лучший практичный сигнализатор — это колокольчик. И пенопластик, чтобы издалека видно было положение лески. Вот так. Немножко ветер поднялся. Классно было. Красивый карась такой. Серебристый прям. Блестит на солнце. Полезай в садок. Оп. Вода зеленая здесь вон. Собралась. Тинка такая, как будто. Сейчас ветер поднимется, он на берег загонит ее, почистит воду. Так. Вытаскивать там, где ставил перловку, уклейка забагрилась вот такая вот. Перловки нету, крючки пустые, надо сюда горох поставить. Сбили, потому что... Еще одна сорожка. На удочку выложила поплавок, хорошо заглотила так крючок. На перловку клюет. Так, где тряпка? Тряпка, руки надо вытереть после рыбы. Здесь какая-то рыба села, поход била. Он леску натягивает. Что-то сидит на леске. Он шевелится. Он дергает. Что-то не крупное село. Я посмотрю, может, карасик даже. Зацепилась куда-то. Куда-то зацепилась. Короче, не выходит, что-то куда-то зацепилось. Надо зайти, наверное, отцепить сейчас. Зашел в воду. Сорожка там сидит. Сорожка попалась. Вот тот звенел, сидел. А я еще не подхожу, думаю, там воробьи, может, леску задевают. Не трогаю удочку. Сейчас рыбак один подъезжал. Приехал на рыбалку. В этом году еще, говорит, ни одного карпа не поймал. Поэтому... Мне вообще грех жаловаться, то, что я сегодня не поймал, допустим. Сейчас покажу, что поймал я в итоге за сегодня. Сейчас буду собираться.
потому что уже этот закат. Вон там зашло солнце. Вон закат. Сейчас посмотрим, какой улов. Улов такой, ну, я бы сказал, немного сороги. Ну, хороший улов такой, нормальный. Грех жаловаться. Так, что-то штатив не стоит. Сейчас я вас поставлю. Тут еще упадете. Сейчас принесу садок. Посмотрим, что поймал в итоге. Это штук 20 сорожек, плотвичек. Я уж весь процесс не стал показывать, как ловлю на удочку. Вам, наверное, утомительно будет смотреть это. Карасей сегодня только 2 всего попалось. Такой вот уловчик небольшой, но приятный, пару карасей и штук 15 сорожек, плотвичек. Вот так вот карасики такие тоже средненькие, такие вот классные. Плотвички тоже такие, тоже среднего размера, не мелкие. В основном на удочку и на перловку плотвичка. Вот ведро рыбы поймал на сегодня. Короче, я поехал домой. Завтра еще приеду. Завтра интересная погода будет. Хочу на карпа посидеть. Ну, а видео вы увидите. Видео сейчас делаю. Контента очень много. Не успеваю все монтировать, загружать. В общем, кто любит рыбалки, обязательно подпишитесь. Ладно, увидимся на следующей рыбалке. В следующем видео. Всем пока.